Мы вместе с оператором Алексеем Егоровым сейчас заглянули, нагрянули в музей ракетно-космической техники, чтобы окунуться в эту атмосферу жителей орбит. И рядом со мной директор этого музея, начальник учебно-демонстрационного центра Жамиль Гипталевич Мурадимов. Он расскажет нам о рационе космонавтов. Завтрак. Чем завтракают космонавты? Завтракают согласно выбранному меню. У каждого космонавта свои вкусы. Но в основном это первое. Рассольник, щи, борщи, каши всех видов. Готовятся следующим образом. Сублимированные продукты питания, то есть обезвоженные. При приготовлении туда заливается кипяток из специальных приборов титан. Заваривается в течение определенного времени и кушается через трубочку. Ну а консервы едят они, как обычно, на земле. Открывают ножом консервным и ложками, вилочками кушают. Напитки, я смотрю, в тюбике, да, вот там, да, сок представлен. Сок. И отдельно у них еще есть аппарат, где они в специальные пакеты могут залить абрикосовый сок, апельсиновый, ну, там стоят. Ну и не забывают про утренний самый кофе. Кофе, чай, как положено. А кипяток у них, вы говорите, в каких-то специальных... специальных титанах, да, специально. Там, видите ли, в чем дело, из чайника в чашку в условиях невесомости не нальешь. Специальные приборы, потому что вода начнет гулять, попадет в аппаратуру, может быть, и короткий... И прилетели. Да. А как, там тоже в пакетике с трубочек? Да, да, да. Специальные приборы, специальные трубочки, клапана стоят, то есть при определенном давлении только эта жидкость может выйти. У нас в России для космонавтов делают в Бирюлево, да, вот я читаю, эксперименты. Да, да. А у других стран космических держав своя есть? Своя. А как быть, допустим, сыроедом, этим вегетарианцем? Ну, извините. Их не берут в космонавты. Не берут в космонавты, потому что овощи и фрукты долго хранить в космосе нельзя, они портятся. Они прилетают с помощью транспортного корабля такого, вот его можно сейчас... На стенде посмотреть. Я напомню, что мы находимся в музее ракетно-космической техники вместе с директором музея Жамилем Гипталевичем Мурадимовым и обсуждаем, чем же завтракают космонавты и как проводят свои утра, а не там, на далекой орбите. Встретимся с вами через несколько минут и покажем, что выращивают эти люди. И что делать?